Если хочется вам одолеть суету, невезение, в поднебесье подняться, увидеть орлиный полет, не спешите грустить, встаньте щебетом птиц, с настроением свой рюкзак собирайте, и в путь Крым любителей ждет. У подножья гор можно будет в покое облачиться, до Долгоруковской яли подняться, по тропинке подняться из зыбких камней. За спиной четырдах, лес бескрайний, пора оглянуться. Разноцветный ковер, шир безбрежных душистых полей. Может быть, вы нуждаетесь в крепкой туристской закалке и хотите увидеть табун золотистой степи или встретиться с милой малышкой, трехцветной фиалкой. Так карабкайтесь в небо, белесый туман караби, так идите туда и постойте над миром смиренно. Там, где ветер бушует, туман разгоняя вдали, гордо реют орлы на тырке. В их полете степенном вы увидите стражника вольной, красивой земли. Если хочется мне одолеть суету невезения, в поднебесье подняться, увидеть орлиный полет, я встаю на рассвете, бегу и бегу с наслаждением к счастью, к жизни, к здоровью. И верю, все это придет. Спасибо. Спасибо, Евпатория.